И подробнее о законе. Он освобождает краевых перевозчиков от транспортного налога на целый год. Мер поддержки коснутся как пассажирских, так и грузовых перевозок. Изменения в законе позволят поддержать перевозчиков как одну из наиболее пострадавших, при этом социально значимых отраслей экономики региона. Сейчас наблюдается резкое снижение всех потоков и груза, и пассажира. Доходы бизнеса падают, но растут долги по кредитам. В то же время перевозчики тратятся, например, на маски для кондукторов и дезобработку салонов. Отмена налога поможет предприятиям сохранить в среднем по 500 000 рублей. Сегодня в трудное время любая помощь, она будет к месту. Ну, с учетом того, что на сегодняшний день уже приняты некоторые решения, это и по федеральному правительству компенсация МРОТа, которым мы уже воспользовались за апрель, собираемся воспользоваться в мае. С учетом того, что это кредиты 2% и 5% на зарплату, в том числе вот, это сейчас это отмена транспортного налога, то есть это в целом нам позволяет держаться. Отмена транспортного налога коснется организации ИИП вне зависимости от мощности двигателей в автопарке. По данным налоговиков, в крае сэкономить смогут владельцы почти 9000 транспортных средств. Законопроект, разработанный краевым правительством, является частью региональных мер поддержки экономики, сформированных по указу губернатора. Перечень региональных мер поддержки, а также отраслей, которые в ней нуждаются, постоянно корректируется после встреч с представителями бизнеса и в зависимости от анализа текущей ЭПИД и экономической ситуации. Сейчас краевой список участников программы поддержки шире федерального. Согласно ему, региональный антикризисный план затронет 65 тысяч предприятий. Еще один этап поддержки – это помощь в кредитовании. Правительством Красноярского края, опять же, в развитии указа губернатора, предполагается разработка меры для снижения процентных ставок по ранее выданным кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей. И данный закон уже в ближайшее время позволит реализовать эту меру.